22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях. Дата памяти и скорби установлена указом президента России от 8 июня 1996 года. По традиции, в этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи. В Новочебоксарске 22 июня в 10 часов утра на Аллее Славы пройдет митинг, а в половине 9 вечера церемония возложения цветов, где будут зажжены свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.